Южнокорейские солдаты меняют тяжелые армейские ботинки на пуанты. Позабыв об изнуряющих тренировках, они отправляются в гимнастический зал. Здесь каждую неделю их встречает артистка балета и проводит уроки хореографии для начинающих танцоров. Солдаты, несущие службу на границе с Северной Кореей, говорят, занятия балетом помогают преодолеть стресс. У нас здесь напряженное состояние, поскольку мы находимся на передовой. Из-за этого я постоянно чувствую угрозу. Но благодаря балету я могу сохранять спокойствие и выстраивать дружеские отношения со своими сослуживцами. Я начал посещать уроки балета по совету другого солдата. Сначала я думал, что это годится лишь для женщин, но попробовав сам, теперь думаю, что мужчинам балет тоже подходит. Балерина Ли Хён Чо поначалу не верила в успех такого необычного для мужчин занятия. Жизнь солдат тяжела, поэтому я сомневалась, что смогу по-настоящему им помочь. Но теперь я рада приезжать сюда и заниматься с ними. Я вижу, что они все чаще улыбаются и больше наслаждаются балетом, по мере того, как больше о нем узнают. Военное руководство также считает, что балет приносит пользу солдатам. Балет требует большой физической силы и очень хорошо укрепляет мышцы, развивает гибкость и корректирует осанку. В прошлом году солдаты выступали на фестивале военного искусства с балетом «Лебединое озеро». К концу этого года они планируют поставить новый спектакль.